Давай. Давай, Андрюха. Так, вижу. А, она отцепленная, да? Да, она отцепленная в подсаке. Ну, тогда ее надо тоже это... Анестезировать. Чтобы она кайфанула. А то у меня опять все руки. Хорошая, толстая. Попал, да. Все, готово. Две? Хорошая такая еще. Андрюха, а сюда где? Даже, наверное, чуть больше это, да? Да. Рыба. Шла рыба. Вот так, ребята. Бывает и такое. А че, ушел судак? Смотрим. Так, а он просто на тройничок засел. Видите? Один нарник не ударил, ударил по тройничку. Тройник сорвал. И не засекся на нем. Ну вот такая беда. То есть тройник тоже не подходит. Надо хороший одинарник ставить. Ну окей, продолжим. Ты четко попадаешь, они сразу кайфуют, да? Я уже знаю, куда сюда не надо бить, вот сюда надо бить. Видишь, такая вот зелененькая она. Да дело не в зеленом, наверное.
ветер, где-то у нас. Щука мне не нужна, да? Тем более такой крокодил здоровый. Поэтому мы с вами ее сейчас реабилитируем. Отпустим. Смотрите, какой слон. Ух, голова как у меня, елки-палки. Ну килограмм, блин, 5-6 точно. Будешь уходить, родная? Ну, плыть будешь? Кабан. Ох! Торпеда. Сейчас покажу. Готов сюда щук, ребят.